В минувшее воскресенье православные христиане встретили Пасху. Из-за ужесточения режима самоизоляции в храмах и монастырях Московской области с 13 по 19 апреля все богослужения проходили без прихожан. Так случилось и с пасхальной церемонией. Принять в ней участие можно было дистанционно. Прямые трансляции велись и из церквей Ленинского городского округа. В службе же участвовали только священнослужители, сотрудники и волонтеры, чье присутствие необходимо. Сейчас нам Господь попустил в этот период Великого Поста и в эти пасхальные дни побыть дома. Побыть, если церковь – это большая церковь, то семья называется малой церковью. То есть встретить эту Пасху в малой церкви. Многие верующие приняли невозможность посещения пасхальной службы и крестного хода близко к сердцу. Но священнослужители уверены, что сложный период скоро закончится и церкви вновь откроются для прихожан. На самом деле пасхальный период в церкви длится 40 дней после Пасхи. И все пасхальные особенности и приветствие Христос воскресе – в течение 40 дней мы празднуем. Каждое воскресенье – это, опять же, особые службы и чин богослужения особый. Поэтому в течение этих 40 дней Пасха продолжается. Я надеюсь, что мы за это время успеем уже… Ну, я надеюсь, что уже откроют и храмы, и все смогут спокойно помолиться. По информации пресс-службы администрации Ленинского городского округа, трансляции богослужений в ночь на 19 апреля посмотрели более 30 тысяч жителей.